посмотрите, это школа нашего президента Эдуарда Джабевича. Я работаю с 1974 года здесь. Начала завучем обнеклассной, потом завучем, директором стала в 1995 году. И за этот период ни один день не было покоя от этих агрессоров. Они хотели нас практически уничтожить. Это наша земля, мы здесь родились, это значит моя родина. Мой отец здесь родился, дедушка здесь родился, все мы здесь родились. Это разве не моя родина? Когда Мизарайс приезжает все время в демократическую, лживую страну, пусть один раз приедет сюда тоже, час езды. Из Тбилиси сюда только час езды. Пусть приедет сюда и пусть посмотрит своими глазами мирному народу, что сделали грузины. Мирному народу. Пусть приедут и посмотрят. Хоть один дом остался, который не повредился. А? И наши дети. Мы ведь даже не знаем сейчас, кто где. Может быть, где-то еще они разбросаны. Ведь убегали дети. Даже не знали и старики, и старухи. Пусть приезжает сюда тоже. И пусть посмотрит своими глазами. Варвары, что нам сделали, варвары? Его друзья, ее друзья, что нам сделали? Если она за них заступается. Пусть она правду своими глазами увидит. Мы все свои мероприятия проводили здесь, потому что наш зал очень маленький, а здесь помещается побольше. Пожалуйста, до восьмого вечера. Еще. Остались. Ну, здесь немецкий кабинет, маленький кабинет. Да. Здесь все классы. Классное помещение. Вот так, ребята. Не дай Бог, чтобы вы испытали то, что мы испытываем вот эти 18 лет с нашими мнимыми братьями. Не дай Бог. Я даже врагу не пожелаю. Мы гуманные люди, мы очень добрые люди. Мы не хотим. Даже враг пусть живет прекрасно. Пусть живут они все. Ну, пусть они нас оставят в покое. Пусть живут лучше нас. Мы не хотим, чтобы наши дети тоже были разбросаны и везде они учились. Мы не хотим. Мы хотим собрать их опять сюда, чтобы опять жизнь пошла. Страшно. Чтобы нам тоже не страшно было. Когда детей нету, это очень страшно.